Я, как я шучу, с некоторых пор я стал уважать футбольных болельщиков. Вы спросите, почему? С одной стороны, 22 балбеса гоняют мяч, и еще и деньги за это получают. За что их уважать? Но с другой стороны, посмотрите на футбольных болельщиков. Они знают историю своей команды. Они помнят выдающихся игроков. Они помнят наиболее важные забитые голы и наиболее драматические пропущенные голы. Они помнят фамилию тренеров. Они помнят, не знаю, что еще, любовниц игроков и так далее. А спросите меня, что знают наши избиратели про политические партии, которым они намерены доверить свой голос? Тукшин есть? Это наш уровень? Это совершенно несерьезно. Мы, с одной стороны, хотим жить лучше, Нормально, мы недовольны тем, что мы имеем, нормально, но давайте возьмем листик бумаги, напишем название партии, которые нам кажутся симпатичны, и давайте напишем, а что я знаю про этой партию, которой я хочу доверить будущее своих детей, внуков там, или свое, да? помимо фамилии лидера. Кто там первая десятка, двадцатка? Какие законопроекты они выдвигали в парламенте? Какие решения продвигала эта партия? Какие были результаты? Понимаете? Давайте подходить ответственно, потому что мы же не выбираем это самое букет там для того, чтобы подарить девушке, мы выбираем власть. И да, если мы недовольны тем, что было до сих пор, значит мы как-то не так голосовали.